Здравствуйте! Мастерам всегда хочется порадовать своих клиентов чем-нибудь новеньким, какими-нибудь интересными дизайнами, тем более, если смотрится такой дизайн красиво и выполняется несложно. Сегодня я покажу вам дизайн гель-лаками с необычным эффектом драгоценных камней. Выполнить такой дизайн очень просто. Для этого нам потребуются гель-лаки марки Масура. Это базовое, верхнее покрытие, цветное покрытие из коллекции Масура драгоценные камни, дезинфектор для ногтей, праймер для ногтей, ультрафиолетовая или LED-лампа, безворсовые спонжики, ну и, конечно, магнит. Перед нанесением покрытия выполните любой вид маникюра. Снимите блеск с поверхности ногтей при помощи мягкого шлифовщика не менее 180 единиц абразивности. Безворсовым спонжем с дезинфектором для ногтей удалите остатки загила. Нанесите праймер для ногтей. Нанесите базовое покрытие для гель-лаков тонким слоем и заполимеризуйте в LED-лампе в течение 30 секунд или в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Нанесите первый слой цветного покрытия гель-лака из коллекции Масура «Драгоценные камни» и заполимеризуйте в LED-лампе в течение 30 секунд или в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Нанесите на один палец первой руки второй слой цветного покрытия и сделайте на поверхности покрытия хаотичный рисунок кистью из флакона с гель-лаком. Поднесите магнит, подержите в течение 1 минуты в любом положении. Заполимеризуйте в LED-лампе в течение 30 секунд или в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Повторите то же самое на другом пальце второй руки и так далее. После выполнения дизайна на всех пальцах перекройте его верхним покрытием для гель-лаков и также заполимеризуйте в LED-лампе в течение 30 минут или в ультрафиолетовой лампе в течение 2 минут. После этого снимите липкий дисперсионный слой спонжем с дезинфектором и нанесите уходовое масло на кутикулу и легко помассируйте. Я надеюсь, что вам понравится такой дизайн. Все интересующие вас вопросы оставляйте, пожалуйста, под видео. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!